Всем привет, меня зовут Саша Золотухин, и мне на моем годовом и полугодовом курсе очень нужны кураторы. Куратор — это человек, который проверяет домашнее задание, который отвечает на вопросы учеников и помогает в трудную минуту ученикам, если у них закончились силы, уже не хочется заниматься. Куратор — это как человек, который поддержит ученика в трудную минуту, когда психологически уже сил больше заниматься нет. Чем интересна эта работа? Вы получаете уникальные навыки преподавания, вы попадаете в наше сообщество, в наш рабочий коллектив. У нас весело, у нас очень познавательно. Вы узнаете, как проверяют по критериям сложную часть ЕГЭ по физике. Вы будете учиться взаимодействовать с людьми. И также у вас появится опыт работы в достаточно крупной компании. Потому что наши курсы ЕГЭ по физике сейчас, пожалуй, являются одними из самых крупных курсов вообще по всей стране. Ну и еще, естественно, это отличный способ заработать на первом-втором курсе, когда вы только поступаете в вуз, переезжаете в другой город, можете начать зарабатывать свои первые деньги, становитесь более самостоятельными. И те кураторы, которые смогут наладить вот этот процесс проверки домашних заданий и общения с учениками, даже иногда берут вторую группу и зарабатывают вполне себе приличные деньги. Так что, если вам понравилось это предложение, то переходите, пожалуйста, по ссылочке, регистрируйтесь. Просто сначала нужно заполнить форму, а после этого мы вышлем вам всю необходимую информацию, вы пройдете собеседование, и если все будет хорошо, то будем вместе работать. Спасибо за просмотр этого видео, буду рад вас видеть.